Да здравствует бульвар! Веселый летний праздник, который нам музей принес однажды в дар. Да здравствует бульвар! В который раз сегодня рождаешься ты вновь под музыку фанфар. Ура историческому бульвару! Встречайте гостей фестиваля. Группа военно-исторической реконструкции Севастопольской ассоциации 3-й Зуавский полк. Киев, Севастополь. Группа создана в 2007 году. Объединила в своих рядах реконструкторов Киева и Севастополя. Они представляют униформу колониальных частей Французской империи Наполеона III. Полки зуавов отличились при осаде Севастополя и получили мировую известность. Униформа зуавов выполнена в традиционном восточном стиле. Группа является украинским отделением Международного военно-исторического клуба 3-й Зуавский полк со штаб-квартирой в Страсбурге, Франция. Руководит группой Андрей Писаренко, Киев. Военно-исторический клуб, 7-й линейный полк, Севастопольская ассоциация, Киев, Москва, Севастополь. Клуб создан в 2009 году. Реконструирует обмундирование, вооружение и снаряжение французских линейных частей периода Крымской войны 1853-1856 годов и итальянской кампании 1859 года. 7-й линейный полк участвовал в Альминском и Инкерманских сражениях, в штурме Малахова Кургана, в битвах при Мадженте и Сольферино. Клуб принимал участие во многих реконструкциях в Украине, в России, в Италии. Руководит клубом капрал Давыдов Илья. Группа военно-исторической реконструкции 57-й пехотный полк, Севастопольская ассоциация.
Группа создана в 2009 году. Занимается реконструкцией британской армии периода викторианской эпохи. 57-й пехотный полк принимал участие в Крымской войне и осаде Севастополя, в Инкерманском сражении и штурме Третьего бастиона. Группа является украинским отделением Международного военно-исторического клуба 57-й пехотный полк. Объединила реконструкторов Великобритании, Украины, России. Руководит группой Попов Максим. Клуб любителей истории Отечества. КЛИО. Севастополь. Клуб «Клио» создан в 1999 году. В составе клуба две секции – Крымская война и Великая Отечественная война. Клуб реконструирует полевую артиллерийскую батарею номер 5 11-й арт-бригады и пехоту периода Крымской войны 1853-1856 годов, морскую и пехотную форму участников Второй героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и имеет раритетную технику, соответствующую этим периодам. Руководит клубом Мишин Юрий. Военно-исторический клуб Отечества «Симферополь». Клуб создан в 2009 году. Реконструирует униформу Великой Отечественной войны. Принимал участие в реконструкции сражений в Севастополе на Сапунгаре, в таких городах, как Керчь, Бахчисарай, Симферополь. Они впервые сегодня на нашем празднике День исторического бульвара. Руководит клубом Волынка Владимир. Женщина, отойдите, пожалуйста. Можно чуть-чуть отойти, вы мешаете? Группа военно-исторической реконструкции 15-й Драгунский полк, Санкт-Петербург. Кавалерия вышла вся по Наполеонике. Первыми перед вами. Военно-исторический клуб. Первый легион испанской жандармерии. Санкт-Петербург.
Клуб был создан в 2009 году. В составе клуба есть пешее подразделение, а также конный взвод. Первый легион жандармерии был создан в городе Бургас, Испания, для борьбы с отрядами испанских партизан. В состав подразделения набирались французские солдаты и жандармы с выслугой более 5 лет, имеющие боевой опыт. Легион Бургаса сражался против англичан вместе с 15-м драгунским полком в сражении при Виладриго 25 ноября 1812 года. К декабрю 1812 года легион стал исключительно конным подразделением. Война для легиона закончилась в 1814 году, и его эскадроны были расформированы и влились в другие части. Руководитель клуба Роман Тимофеев. Санкт-Петербург. В центре перед вами группа исторической реконструкции 15-й Драгунский полк. Санкт-Петербург. Полк был создан в 1678 году, 330 лет назад, как кавалерийский полк герцога Нааля. Прошел сражение войны за испанское наследство, 7-летней войны с Пруссией. В 1788 году стал 15-м драгунским и прошел революционные войны во Франции, в Италии, Австрии, Египте, Германии, Польше, Испании. Участвовал в Крымской, Восточной войне, в Первой и Второй мировых войнах. Группа реконструкции создана в 2000 году. В нее входят энтузиасты из Санкт-Петербурга, Астрахани и Подмосковья. Последними вышла группа военно-исторической реконструкции «Первая рота 1-го гусарского полка. Севастополь». Севастопольская ассоциация военно-исторических клубов. Полк был создан и сформирован в 1720 году и до сих пор находится в составе французской армии. За 286 лет своего существования полк вписал немало славных страниц в историю Франции. Группа исторической реконструкции создана Юрием Гомоновым в 1994 году. Командир группы Алексей Зубков. Исторической реконструкции Чугуевский, 11-й Уланский полк, город Чугуев, Харьковская область. Полк сформирован в 1638 году. Просуществовал почти 280 лет. Участвовал в переходе через Альпы под командованием Суворова. Во взятии Лейпцига. Первым вошел в Париж в 1813 году. В годы Крымской войны полк принимал участие в Евпаторийском десанте. Был награжден Георгиевскими серебряными трубами. Чугуевское военно-историческое общество создано в 2003 году. Председатель Борисов Сергей. Военно-исторический клуб «Плацдарм», Севастополь. Военно-исторический клуб «Плацдарм», Севастопольская ассоциация военно-исторических клубов. Клуб создан в 2009 году. Униформисты клуба реконструируют униформу стрелкового подразделения 1941-1942 годов и морской пехоты 1943-1945 годов.
что позволяет им участвовать не только в севастопольских мероприятиях, но и в Киеве, Радомышле, Одессе. Группа военно-исторической реконструкции 36-й полк 9-й Краснодарской пластунской стрелковой дивизии Севастопольская ассоциация военно-исторических клубов. Группа создана в сентябре 2011 года. Пластун – это казак-пехотинец. Первоначально пластунами называли лучших казаков из тех, что несли пограничную охрану на окраинах российского государства, а также выполняли ряд специфических функций в бою – разведка, снайперский огонь, штурмовые действия, не характерных для использования в конном строю. К тому же определенные воинские традиции, а также спаянность казачьих соединений обеспечивали лучшую боевую и морально-психологическую подготовку. Руководитель группы Дмитрий Шишов. Руководитель клуба «Плацдарм» Валерий Коваленко. Прямо шипком! Военно-исторической реконструкции итальянское ополчение города Генуя. Клуб объединил реконструкторов, занимающихся воплощением быта, традиции и вооружения итальянского гарнизона второй половины 15 века. Клуб участвует во многих мероприятиях Крыма, Украины, России и дальнего зарубежья. Руководит клубом Глеб Борисов. Внеклубное объединение «Таверна». Целью объединения является реконструкция швейцарских и немецких пехотинцев, лацкнехтов и гражданского населения первой половины 16 века. Основано объединение в 2010 году. Они впервые на нашем празднике. Руководит клубом Дудко Евгений. Город Симферополь. Парад униформистов завершает парад военных оркестров.